Афоня, посмотри на меня. Ты куда такой красивый сегодня собрался? Куда? На работу такой красивый надо ходить. Так, доброе утро, мои ребята. Гриша на рыбалке. А что-то он проспался. Как он проспал? 5:30 проснулся. Да не было никого в 5:30. Зайчик, меня разбудили, они уже одевались. У тебя машина-то гудела. И они одевались. Я думаю, что они там, и Антоша бурчит. А ты ходил? Ходил. И что ты пришел? Просто я у него все время водит, говорит, а не клюет. Вытянуть не могу. Так и что ты, надо же вставать. Мне она водит, мне сам по блокам, не как, только по клевке все. Хорошо. Вот тут он. Григорий, скажите нам. Скажите нам, Григорий, а что-то. Да? Сегодня без ужина и без обеда. Так, папа, пока. Так что я обедаю где-нибудь в столовой. Хорошо. И мы с тобой. Дети, на завтрак пожарила гренки. Чай всем приготовила, а сама себе сделала смузи с малинкой и с овсянкой. Дала детям по кружечке, они сразу побежали, сорвали малинку, и, в общем, малиново-овсяный смузи готов. Что мы-то смотрим, что сегодня открытие чемпионата мира по футболу. Вязали щавель. Нам сегодня малинку собирать. Уже много наспела, мы через день собираем. Вкусная. А тут как раз вытаскивали. Да, там рыба была, да? А так там... одного? Да, одного. Да, у нас сегодня Родя в гостях. Родя, ну уже мама звонила домой. Угу. Скоро 5. Ну еще приедешь в понедельник. Мы же в это. А, ты же в этот, в лагерь же, Родя. В воскресенье уже тебе ехать? Угу. Повезешь только папе, скажешь, поплавок надо сделать, да? А кстати, где поплавок? Там. Тоха тут в футбол играет. Не записали его на футбол? Ну, так как начался чемпионат мира, да? Давай, гол! Да, открытие же, да? Во сколько? 18:00. У меня есть и Google, мы Google записываем. И будильник поставим. А, да? Так ты будешь смотреть? Да. Круто. Мама, мы будем. На велике? Ну все, Родь, пока. Ничего. Ага, до свидания. Все, у нас уже пошли домашние кабачки. Буду сейчас жарить. Здесь 4 кабачка, посолила, поперчила. И сейчас приготовлю домашний майонез, потому что майонеза нет. Буду мазать майонезом с чесноком и с укропом. Ехал мой мальчик, сам расстегнул рубашечку, да? Вика дала ветки, тот ей казала. Кого? Тот ветки дала. Дрова? Да, тот ей казала. Не надо их убирать. Кто, с очами? Не знаю. Дима. Что такое, сынок? Что, ты расстроен? Да? Просто так? Муха летает? Да. Где? Ну, тут она где-то била. А тут где-то била муха? Угу. Надо это купил. Это Гриша в магазин ездил и купил. Вкусные? Жарю кабачки, обваливаю их сначала в муке.
потом на сковородку, и потом буду каким-то импровизированным майонезом, сделанным по рецепту из интернета, в общем. Ну, на самом деле, мне не очень, я бы меньше соли положила, хотя делала все как там, вот прям пол чайной ложки соли для меня слишком солено, поэтому вот как-то вот надо его доработать под себя, этот рецепт. Вот, так что жарим. Сам наливает компот? Да. Что, большой уже стали? Да. Ты что такое? Ты не пойдешь на танцы? Нет. Почему? Пойду. Пойдешь? Я уже хожу. Да. Но я же заново не буду начинать? Нет, продолжение банкета. О, банкета. Так, мы ужинаем. Достаточно? Да. Сметана. А вот эти вот кабачки на сковородке гриль пожарены. Решила я, что так будет быстрее на двух сковородках. И вот это обычные. С вот этим вот каким-то соусом непонятным. Но папа заценил, да? Сказал, только без укропа ему надо. И включили кондиционер. Это второй раз. Первый мы на Фонике на день рождения включали. Это, короче, второй раз включили кондиционер. В прошлом году мы его вообще толком не включали, да? А я не помню. Включали. Ну, мало. Да? Так, собираем малину. Мамуля уже насобирала одну коробочку. Я тоже сейчас пойду собирать. Так, ты первый рядок прошла, да? Прошла. Угу. У вас там новый чехол. Ага. Кто вам дал? Я купила. Угу. Вот так, все, мам. Снимайте. Красавцы. Самый большой, поменьше, угу. Еще меньше. Вот это мне даже этот чуть крючок отвязал. Да? Я... Шуточка была. Моя рыба. Ты ради рыбы готов убить, да? Это жирный. Руки только с мылом пойди, пожалуйста. Сейчас мы еще не все, мы еще сейчас опарыши пойдем возьмем чуть-чуть. Да? Включили себе футбол, по-моему, 2-0, Россия ведет. Так что смотрим. Ну, периодически что-то делаем во дворе и приходим смотреть счет. Правда, он здесь плохо показывается, только 0. А вот наша часть России не показывает. Смородинка уже скоро будет. Это ёшта, по-моему, или это крыжовник. Колется? А, это не колется, это не, колется, это крыжовник. У меня? Да. А у вас как бы большой живот, как у да? Ну, скоро будешь одевать. Нет, Марго, это я такая толстая. Так можно помириться как-нибудь? На 10 рублей. Да? Один шутер по 30 за 3 рубля. Да?